Влияние поглощения на Первом деловом. С вами Игорь Мищенко. Сегодня в выпуске. Российский ритейлер X5 Retail Group уходит из Украины. Банк-форум выставлен на продажу. Фармак сменил акционера, а также главные новости мирового рынка, слияний и поглощений. Один из крупнейших ритейлеров России, X5 Retail Group, уходит с украинского рынка. Российской группе принадлежат 13 супермаркетов «Перекресток» в Киеве и Киевской области. Как сообщается, права аренды помещений, оборудование и товарные остатки этих супермаркетов покупает днепропетровский ритейлер «Варус». Сделка близка к закрытию. Уже в течение ближайших нескольких месяцев магазины «Перекресток» могут быть переименованы. Сумма сделки не раскрывается, но по оценкам экспертов, даже без учета политических факторов и долговой нагрузки, стоимость украинского бизнеса X5 Retail Group может составлять порядка 10 миллионов долларов. Отметим, что «Перекресток» – это последняя российская продуктовая сеть, работающая в Украине. Перед ней в 2009 году свой бизнес в нашей стране прекратила сеть гипермаркетов «ОК». X5 Retail Group – второй крупнейший продовольственный ритейлер в России. Входит в консорциум «Альфа Групп». Управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Копейка». Всего более 4000 магазинов в 740 населенных пунктах России и Украины. Акции нидерландского холдинга X5 Retail Group NV торгуются на лондонской фондовой бирже. Варус – это региональная сеть супермаркетов и магазинов у дома. У нее 39 магазинов в 11 городах Украины. Смарт-холдинг Вадима Новинского продает банк «Форум». Председатель наблюдательного совета банка Александр Морозов заявил, что уже есть два реальных покупателя. Это представители украинского бизнеса. Как известно, 14 марта в учреждение была введена временная администрация. У банка возникли финансовые проблемы, которые руководство связывает с действиями предыдущего собственника. Напомним, смарт-холдинг приобрел банк-форум в 2012 году у второго по величине банка Германии – Коммерцбанк. В то же время смарт-холдинг приостановил сделку по покупке БМ-банка, о которой заявляли в прошлом году. Таким образом, после продажи банка «Форума» в собственности Вадима Новинского останется только банк «Юнекс». Банк «Форум» основан в 1994 году и, по данным НБУ, на начало года занимал 24 место по размеру общих активов среди 180 банков Украины. Сеть банка составляет 192 отделения во всех регионах Украины. Смарт-холдинг занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе, нефтегазовом секторе, производстве нерудных материалов, судостроении, агробизнесе, ритейле, недвижимости и других отраслях экономики. У одного из крупнейших украинских производителей лекарств – «Фармак» – новый акционер. Им стала нидерландская компания «Фармак Групп НВ», которая приобрела 41,79% акций предприятия. Одновременно уменьшился пакет мажоритарного акционера «Фармака» – кипрской компании «FI&P Holdings Limited». Ее доля сократилась с 66 до 25%. Подробности данной сделки не разглашаются. Как известно, конечным владельцем группы «Фармак», в которую входят несколько фармкомпаний, является генеральный директор публичного акционерного общества «Фармак» Филя Жибровская. «Фармак» основан в 1925 году как Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова. На сегодня это один из крупнейших фармацевтических производителей Украины, выпускает более 200 лекарственных препаратов различных терапевтических направлений. Офшорная компания Stevenage Limited намерена купить 19,6% акций запорожской кондитерской фабрики. Год назад владельцем этого пакета стала запорожская компания Luginvest. Подробности этой сделки неизвестны. Отметим, что это уже второе изменение в составе акционеров с начала года. В январе бергинская компания Solana Solutions приобрела 24,5% запорожской фабрики. Это предприятие раньше связывали с бывшим совладельцем «Запорожстали» Игорем Дворецким. Запорожская кондитерская фабрика основана в 1945 году. Предприятие производит конфеты, карамель, какао, печенье, вафли, халву. Всего более 150 наименований продукции. А теперь о миллиардных сделках мирового рынка расскажет Мария Литвинова.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Игорь. Scania отвергла Volkswagen, JP Morgan Chase продает свой сырьевой бизнес, а российский олигарх покупает одну из крупнейших нефтегазовых компаний Германии. Российский олигарх Михаил Фридман покупает одну из крупнейших нефтегазовых компаний Германии. Ее стоимость составит 7,1 миллиарда долларов. Правда, это с учетом долга. ДИА будет куплена за деньги, вырученные от продажи доли в ТНК BP год назад. Официально покупателем выступит люксембургская инвестиционная компания Letter One, созданная в 2013 году Михаилом Фридманом. Для Letter One покупка станет дебютной стратегической инвестицией. И если она состоится, сделка станет самой крупной зарубежной покупкой российского бизнеса. ДИА ведет операции в 14 странах – Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Египет и другие. Располагает лицензиями на неосвоенные ресурсы нефти и газа в Ирландии, Мавритании, Польше, Суринаме, Тринидаде и Туркменистане. У ДИА есть офис в Украине, в Киеве. Штат работников составляет около 1500 человек. RWE – это вторая после ИОН компания Германии по объемам продаж природного газа на немецком рынке. RWE начала искать покупателей на нефтегазовые активы ДЭА 2 года назад. Для испытывающего финансовые трудности RWE продажа ДЭА – это способ уменьшить долговую нагрузку и освободиться от необходимости инвестировать крупные средства в разведку нефти и газа. Недавно РВЭ отчиталась о первом годовом убытке с 2049 года. Чистый убыток за 2013 год составил 2,8 миллиарда евро. Кроме того, концерн с образованием ликвидных газовых рынков в Европе стал меньше нуждаться в собственных источниках природного газа. Scania отвергла Volkswagen. Сумма предложенной сделки составляла 9 миллиардов 200 миллионов долларов. Но представители шведского автогиганта отметили, что акции компании стоят дороже. Немецкий автопроизводитель уже контролирует 63% уставного капитала Scania. Volkswagen – крупнейший в Европе автопроизводитель, объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, люкс-бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicle, а также марку Scania. Scania – шведский производитель грузовых автомобилей, автобусов и индустриальных и морских двигателей. Выпускает автобусы с 1920 года. Штаб-квартира располагается в городе Сёдертелье, Швеция. Производство находится в Швеции, Франции, Голландии, Аргентине, Бразилии, Польше и России. Листинг на фондовой бирже Швеции. Volkswagen впервые купил долю в Scania в 2000 году и теперь хотел взять полный контроль над компанией. По оценкам экспертов, это позволило бы немецкому концерну ежегодно экономить до 650 миллионов евро благодаря синергии, так как он уже владеет немецким производителем грузовиков и автобусов MAN. Vodafone покупает испанскую телекоммуникационную компанию ONO. 7,2 миллиарда евро. Такая стоимость сделки. Основная цель – повышение качества телекоммуникационных услуг на территории Испании. Это возможно за счет интеграции систем связи материнской и уже дочерней компании и расширения количества сервисов, доступных пользователям. Ожидается повышение выручки в результате мультисервисного подхода на 1 миллиард евро. ОНО представляет ряд классических телекоммуникационных услуг для населения, прежде всего мобильной связи, кабельного телевидения и доступа в интернет. Эта испанская компания ранее не продавала пакеты акций иностранным инвесторам. Штаб-квартира находится в Мадриде. Численность сотрудников составляет 3,5 тысячи человек. Сеть охватывает 7,2 миллиона домовладений, что предполагает оценку рыночной стоимости по отношению к количеству пользователей. Vodafone Group – это одна из крупнейших телекоммуникационных компаний мира, представительство в 80 странах. Общая сеть обслуживания насчитывает 403 миллиона клиентов. Финансовый конгломерат JP Morgan Chase продает свой сырьевой бизнес. Покупателем выступает швейцарская компания Mercuria Energy Group. Она занимается трейдингом на энергетическом рынке. Предположительно, сделка должна завершиться летом текущего года. Это крупнейшая операция для Меркурия. Покупка поспособствует расширению компании в Северной Америке и утверждению ее на рынке металлов. JP Morgan Chase – один из старейших финансовых конгломератов на планете. Финансовый институт, расквартированный в Нью-Йорке, является лидером в сфере инвестиционных и коммерческих банковских услуг. Основан в 1799 году. Штаб-квартира в Нью-Йорке. Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Вторая по величине в Австралии сеть супермаркетов «Дэвид Джонс» сольется с «Майер Холдингс». Сделка оценивается в 3 миллиарда долларов. Обе компании владеют ценным имущественными активами, хотя у них также есть немало проблем в бизнесе. Среди них слишком большие колебания производственных расходов, неуверенность в маркетинговой политике ритейлеров и неспособность оценить преимущества интернет-торговли. Майер должен пройти аудиторскую проверку, чтобы его сеть могла принять окончательное решение о возможном слиянии. Роснефть инвестировала в шинную компанию Pirelli. Делает это опосредовательно, покупая 50% долю в компанию-держателе пакета акций Pirelli. Продавцом выступает международный консорциум в составе банка Unicredit, Intensa San Paolo и фонда Cassidra. Сделка оценивается в 1,5 миллиарда евро. По завершению Роснефть будет контролировать чуть более 26% акций итальянского производителя шин. Pirelli занимает 5-е место в мире по объемам продажи автомобильных шин, владеет 22 заводами по их производству на 4 континентах. Роснефть – российская государственная нефтегазовая компания, крупнейшая в мире публичная компания по объему производства нефти. На этом у меня все. Игорь. Спасибо, Мария. Вы смотрели «Слияние и поглощение» – обзор главных новостей рынка M&A Украины и мира. Увидимся в новом выпуске программы на Первом деловом.